Обязательно подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Всем привет, с вами Алисик Сю, и сегодня я просто гуляю ночью по улице. Точнее всего, гуляю ночью одна по деревне. Такое подобное видео у меня уже было на канале, но решила его заново снять. Сейчас я в кожаной курточке просто хожу. Тут дальше снег. Мы аккуратненько пойдем, хотя сейчас в этих новых кедах и штанах. О, на этот раз еще страшнее. Меня там видно. Надеюсь, все хорошо видно. Я сейчас гуляю тут. Даже и не холодно, ребята. Сейчас у нас на улице не холодно, так что все хорошо сейчас. Просто походим, поразмышляем о чем-нибудь с вами. Смотрите, какая жесть на улице. О, холодно, если честно. Потому что я сейчас в кожаной курточке, тем более я ее даже не застегнула. О боже. Да. О, холодно. Круто. Вообще. Похоже, я сейчас интересно из лихих 90-х. Мне кажется, нет. Боже, это кто там такой? Ну нафиг, блин. Я, ребята, правда боюсь, что там правда кто-то есть. Я клянусь вам. Фух, у меня скоро батарея разряжется. Я сейчас кого-то там видела. Я просто сейчас кого-то там видела. Ребята. Короче, там куда непонятно. Фу. Ребята, я сейчас пошла за фонариком посмотреть, что там за фигня. Смотрите на меня нафиг. Вот у нас тут и Анфиса в холидоре сидит. Милавчика. Хорошенькая моя. Пушистенькая. Смотри, какая она толстенькая. Пятнисенькая. Чуть милоты в этот ролик. Ну, посмотрите. Нежность. Так, все, ребята, мы взяли фонарик. Выходим. Включаю фонарик, чтобы был дополнительный свет, потому что вспышки не хватает почему-то. Оно слишком далеко находится.